На минувшей неделе состоялось торжественное открытие муниципального лагеря «Ровесник», который ежегодно принимает сотни юных славянцев для отдыха и оздоровления. Впереди у славянских ребят 3 месяца веселого отдыха и ярких впечатлений. Мир детства – это волшебный мир, в котором время пролетает незаметно. И хотя эта пора беззаботности когда-то заканчивается, оно все-таки очень интересное, яркое и веселое. «Кордон» – так называется первая смена 2014 года в лагере «Ровесник», куда приехали отдыхать дети из казачьих и кадетских классов детского юношеского центра «Кадетское братство». Основная тематика этой смены – военно-патриотическое воспитание. На торжественное открытие лагеря приехали почетные гости. Глава Славянского района поздравил ребят с началом лета. Я считаю, что все есть для того, чтобы вы набрали сил, оздоровились, обзавелись новыми друзьями, новыми знакомыми, где-то почитали книг, значит, позанимали спортом. Поэтому мы рады, что у вас все замечательно. Вы наше подрастающее поколение. Мы вас любим, мы вами гордимся и уверены, что у вас все будет замечательно. С праздником, дорогие друзья! Глава района Роман Синеговский вручил ребятам подарки. Юные казачата, воодушевленные предстоящим отдыхом, построились в ряд, после чего прозвучали гимны. Первая смена 2014 года была торжественно открыта. Преподаватель детского юношеского центра «Кадетское братство» Владимир Колесниченко рассказал нашей съемочной группе, какие именно виды отдыха ждут ребят на протяжении всего пребывания в лагере. Внимание, в общем-то, у нас уделяется, значит, спортивным играм, разборка-сборка автомата, стрельба, вот, значит, снаряжение из магазина для автомата Калашникова. То есть практически работа по военно-прикладным видам спорта. Смена продлится 18 дней. В течение этого времени, помимо спортивных и развлекательных мероприятий, конечно же, ребят ждут и пляжные мероприятия, конкурсы рисунков на песке, песочных фигур и многое другое. Но пока из-за погодных условий купание в море запрещено. Елизавета Прищепа, ученица 7 класса школы номер 28, станицы Анастасиевской, из-за этого ничуть не расстроилась. По словам девушки, в лагере все равно скучать некогда. Пионербол, соревнования были. Пионербол, футбол был, конкурс был, сказки на новый лад. В Славянском районе на все лето для детей предусмотрено много развлекательно-оздоровительных мероприятий. Детские дворовые, спортивные площадки и, конечно же, муниципальный лагерь «Ровесник». В этот день было открытие только первой смены, а впереди еще 4. В каждой смене по 80 человек. В целом за лето в лагере «Ровесник» с пользой проведут время 400 детей. Районные власти делают все, чтобы им здесь было комфортно, весело и уютно. Территория с каждым годом. Материальная база улучшается. В этом году мы сделали теплые, скажем так, внутренние туалеты, добавили малых форм, улучшили, считаю, в целом благоустройство территории. Главное, что они веселятся, находят здесь новых друзей, оздоравливаются, в общем, есть все для того, чтобы, как говорится, получить полное оздоровление и провести время. Этим летом будет очень много интересного для ребят Славянского района. Впереди еще 3 месяца веселья, радости и отдыха. Затем начнется новый учебный год, а ребята будут полны сил, энергии и бодрости. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, программа «События».